Распаковка New Beauty Box. Я уже вскрыла. И посмотрим, что внутри. На этот раз огромнейшая просто коробочка. Интересно, почему? Ты ж придется попробовать достать одной рукой. Итак, вскрытие произошло, и пару вещичек, так скажем, лотов у меня упало. Что же у меня упало? Восковые полоски для лица. Заметьте, пожалуйста, от Vox бренда. Затестируем, что же там такое и как это возможно было туда запихнуть. Что еще упало? От Камей пробник, гель для душа. Гель для душа, по сути, такой подойдет для тестирования. Вот, чтобы понять вообще, каково это, ну, какой продукт сам по себе. Так, и вскрываем. Что же у нас в основной коробочке? Так, опять же, гель для душа. Вроде они все одинаковые. Миндальное масло, миндальное масло, миндальное масло. Гранат и коллаген. Окей. Ух ты, шоколад. Вот это я люблю. Кайфово. Вау. Огромный кусок мыла. Дуру. С огурцом. Это что-то необычное. Так, это мы знаем. Это мы пробовали. И это, скорее всего, пойдет на розыгрыш, потому что у меня от Гималая аллергия. Чешется все. Так, дальше что у нас идет? Тун-тун-тун, блеск. Блеск для губ. Смотрите, матовый, кажется. Цвет вообще классный. Ого, еще этот бренд, он мне попадается уже неоднократно. Поэтому, если вкусы будут однотипные, я посмотрю еще раз, уже забыла, все происпользовала, то я, скорее всего, тоже разыграю. Вот. А отзыв на них я добавлю ниже, в описании видео. Если не будет его в описании, то кликните, я добавлю. Так, дальше. Ух ты, бьютик. Что это у нас тут? Это у нас крем для лица, господа. Вот такая вот малышка. Ну, хватит ее, чтобы протестировать. Дальше у нас идет бустер для губ. Вот такая вот. От бренда зубной пасты. Любопытненько. Так, дальше у нас идет крем. Что-то пошло не так, и она не хочет выходить. Вот он такой вот малюсенький. Прикольно. И брошюрка к нему, инструкция. Такая вот красивая стекляшка. Дальше у нас идет, ух ты, гель для рук. Аптечная, видимо. Сразу видно, что бренд у нас наверняка аптечный. Так. Много, смотрите. Так, это ладно, потом. Воу, 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 воу. Это прокладки. Господа, нам дали прокладки в бьюти-боксе. Одна звездочка. Ну, то есть, это ежедневки, по сути, для меня. Миленько, прикольно, 20 штук. Протестируем. Так, что-то... Ух ты ж, еще. От Оло. Все, я помню. У них, кстати говоря, очень клевые прокладки. Я не делала обзор. Я просто сама покупала. И не успела написать. Надо будет купить и это протестировать. Вот такие вот миленькие. Не знала то, что у них есть малюсенькие, потому что я брала как раз большие. Так, что это у нас такое? Гель для интимной гигиены. Полезная штука. Что у нас идет? Хо-хо-хо-хо! Дезик. Старинный дезик. На него тоже уже есть отзыв, поэтому ниже будет ссылочка. Так, это у нас, походу, кокосовая зубная паста. Сейчас. Да, я была права. Зубная кокосовая паста. Хороший тюбик. Большой. Так, дальше. Beauty Lab опять. И что? Для тела. Хайлайтер, сияние, ничего себе. Ну,
баночке оно выглядит большим сиянием, таким огромным количеством, но не волнуйтесь, на теле это будет легкое покрытие. Так, что тут у нас еще одинаковое, я смотрю. Маруся, видать, российский бренд. Кэп немножко деформировалась. Крем дезодорант для ног и крем для домашнего педикюра. Круто. Очень классно. Дизайн вообще офигенный. Это необычно совершенно. Но видно сразу, не плотно закрыто. Это ужасно, конечно, но я надеюсь, что там есть внутри подстраховка от вскрытия. Так, что это у нас огромное такое? Это у нас мицеллярная вода для лица, глаз и прочего. От чистой линии. Новый дизайн. Симпатичный. Так, и последнее, то, что мы сразу не смогли открыть, это новосит. Вот такая вот милота. Симпатичненько. Вот и все, по сути. Весь набор большой и классный.